15 участников. Сергей Добрин, Москва. Осталось трое еще. Сначала Сергей Добрин будет кататься. Что там с Добриным происходит? Интересно сейчас. Выступил он на трех этапах Кубка России в этом сезоне. Вы знаете, занял все три раза призовые места. Дважды был серебряным призером. Один раз бронзовым. Хотя результаты так вот примерно одинаковые. 185-189 баллов. Сергей Добрин. Активно его поддерживали. Тут несколько болельщиц. Хлопали прямо безостановочно. И машут флагом. Вообще, конечно, довольно страшное зрелище, когда весь стадион молчит. Два человека активно хлопают в ритм, в такт. Что-то в этом есть зловещее. Виктория Волчкова если бы среди тренеров был бы конкурс красоты, конечно, она бы его выиграла 100% сейчас. Попытка тройного акселя. Остаются прыжки. Почти без выездов. Так вот на месте он останавливается. Тормозит на зубцах. Корпус слишком вперед наклонен. И
понимать, что, конечно, не все так просто. Чувствую возмущение. Тренер фигурного катания. Привет. Мама, привет. Все непросто. Видякина, привет. Но я сегодня Никита. Сергей Добрина во всех трех прыжках. Все было исполнено недостаточно чисто, чтобы получить высокие оценки. Хотя чувствую иронию некоторых людей, которые могли бы сказать, а мы уже и не знаем, как нужно прыгать для того, чтобы получать чистые оценки. Чтобы получать высокие оценки. Нужно ли прыгать чисто? Сергей Добрин показал технический результат 33.87. Результат представления программы 34.71. 33.87, 34.71. 58.58. Это седьмой результат. Седьмое место.